Итак, в общем, после того, как после прошлой моей записи, я случайно прорвал пространственно-временной континуум. И получилась такая хрень, что сейчас происходит вот нечто подобное. Тогда я зашел в зараженную зону, и там было много, ну немножко зомби, но здесь, что творится здесь, это просто невозможно описать. Ну вот, например, вот эта хрень в асфальте. Ведь это сразу видно, что это не человек так блеванул, правда? А я здесь это мишень, по которой устраняют всеми возможными способами. Значит, если я его пну, и сейчас у меня такое напрост, что мама не горюй. О, все, пошло. Банзай! Сука. Нет! Фух, успел. Это Таймс-сквер, где я был буквально несколько минут назад. Посмотрим другие зоны этого города. В основном одни зараженные. То есть вот такое вот красное. Оу. О, смотри-ка, ночной дозор. Что это? Это ваша не зараженная? Нет. Я придется за это неинфицированным зрением. Тут где-то должен быть улей, да? Вот он, ну конечно. Это самая главная зона зараженных. Вот тут и начинается месиво. Вот это называется охотник. Я сейчас его поглощу. Конечно, всего я его вся засосать не смогу. А вот эти какие-то фигни, из них они вылупляются. Так, на меня тут уже волны нападают. Кто вызывает? Успел я. Блин, его добили уже до меня. А, сука, ракета тупая. Хотя она не тупая, она с самонаведением. Блин, да сколько же вас тут? Не, знаете, я, пожалуй, пойду отсюда, а? Это что, Страйк Тим, что ли? Все-таки вызвали патлы. Мне понадобится кое-что другое. О, знакомый небоскреб. Ага.
зараженная. Вон зараженная. Так. Это тоже нет. Тоже нет. Так. Итак, мы возвращаемся в нормальную зону, охраняемую. А, сука, после этой оранжевой фигни такой непривычный голубой цвет. Однако и тут мы видим какую-то нечисть. Но тут с ней справляются и пехота. Они даже не обращают внимания на то, что я бегу со сверхчеловеческой скоростью. Итак, а впереди у нас по курсу военная база. И уж поверьте, там мне совсем не рады. Что такое? Затекли! Надо давать отпор всеми возможными способами. Эти суки меня засекли! Детектор! Мочить всех подряд надо! Давай, детка! Вот, все, танки пошли. Пора вооружаться. Банзай! О, да. Собственно, здесь у меня вырабатывается большое количество адреналина в крови, потому что в любой момент меня могут убить. Поэтому мне придется разрушить эту военную базу, что я, собственно, сделаю. Я должен успеть это сделать до того, как закончится это режим записи. Ха, не успел. Давай, мочить над эти штуки, они могут тоже вызвать. Черт вызывает, сука, которая, да, наверху, нет, 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 вертолеты. Вот это сука. Сука, кто пальнул? А надо побыстрее возвращаться к военной базе. Так, это вот этот уже летит. Вот так, хорошо. Давай, и эту тоже. Есть, я от ракеты увернулся от одной. Или от двух, не заметил. Тут все. Так, где еще детекторы? Вот детекторы, два танка, вау! Ха! А второй танк где? Его что, уже зараженные добили? Твою мать, кто вызывает? Какая сволочь. Ха, никто не успел. Собственно, цель наводится почему-то на базу. Где-то в задницу. Вот, взрывоопасная штука. Сука, да ё-моё! Ха-ха!
Ха! Я не ожидал от тебя такой прыти, слышите? Аж дыхание замирает. Хотя я, наверное, не дышу, ну ладно. Ты мне нужен. Так. Ха-ха. Не успеешь. Ха, я как угадал, что именно он будет вызывать. Банзай! О, да. Сегодня ракетчик, чё так хило? О, только я подумал о том, что танк, чтобы танк был.